Как вы считаете, программа Путина, она оправдывает себя? Да, я считаю, вот наше поколение, вот именно сейчас, при Путине, немножко чуть-чуть вздохнуло. Пенсию нам платят нормально, иногда повышают. Правда, не так, как хотелось бы, но все-таки повышение небольшое, но идет рост. Я, конечно, не согласна с тем, что его вот иногда провоцируют на какие-то такие действия, и он начинает как бы оправдывать, что он правильно работает. При его руководстве страна немножко вздохнула. Посмотрите, какой город наш Краснодар стал красивый. И другие города. Идут стройки, идет строительство дорог, жилье дают и малообеспеченным, и многодетным деткам, и деткам, которые вот выходят с малообеспеченных семей, им все равно какие-то подспорья есть. И я считаю, его программа в настоящее время самая действенная. Другой, я не думаю, что другой кто-то бы справился в настоящее время в нашей России. А как вы считаете, мы своими действиями помогаем Путину? Я считаю, что да. Некоторые, конечно, люди не согласны с нашими действиями, а большинство, конечно, за. Надо помогать. Если мы все останемся в стороне и будем говорить только на своих задворках и на кухне, мы делу не поможем. А Путину тоже надо помогать. Он один же не справится. А мы, я думаю, что мы помогаем своими действиями.